проголосовали, да, я видела, что на вас. Да, ну, когда вот приходили на президент проголосовать, уже в списках там не было. Надо было две штуки объявлять, три места все. Да мы уже и через компьютер регистрировали все это. Исполком 310-й комнат. Это всегда там. А туда подойдите, вас чтобы не сесть по этому. Вас несут и будете всегда. То опять не голосовали. Это не наша вина, извините. Да, но я знаю, что вот это товарища время вижу, все время голосовал. Да. Поэтому так вы сходите в реестр. Выборы у нас каждый год выборы. Да. Суд нету списка. Не мы виноваты. Ну, не реестр, он бы мог запросить в ЗАГСе, в ЖЭКе правильные же списки и сделать правильные списки. Хорошо, что люди приходят, вот второй инцидент, что нет списка. Это не наша вина. И люди тоже не идут. У вас первая квартира? Сейчас посмотрю. 30. А, сейчас я. С первой посылки, да? Да. И вот здесь. У вас какая? 4. А как это? А как это? Медведев Юрий Иванович. Александр Сурна. А это? Я прошу прощения. 19:25. Записку посмотрите. Прописку обязательно. Да, чтобы квартира 4, пожалуйста. А еще не надо паспорт? Вот моя галочка, пожалуйста. Нет, паспорт не нужен. А вот здесь распишитесь мне, пожалуйста. Все, спасибо.